Всем привет! Сегодня в ролике происходят просто какие-то странные вещи, которые я раскидал по всему видосу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и если вы до сих пор не играете на Evolve RP, то очень советую начать. А промокод хэштег Лепард тебе в этом поможет. Плюс ты получишь бесконечные материалы, если напишешь мне во ВКонтакте. Все, всем приятного просмотра и аппетита. Ты чё сидишь? Нет, ну... Заслуженно забрал. Да, ух ты, блядь. И что делать? Бро, нам надо с тобой бежать. Или нормально. Или нормально. Не, вот это какой-то реально урон. Ой, антикроуч, забанили. Ну, по нему видно, что он какой-то читак. Я им сбо... Я, походу, придумал, куда можно свой дом поставить. И вот сюда свой дом ставлю, а? И я буду всегда у них в спине. Это место с учетом на то, что я буду всегда в спине, но... Квадрат-то от стеков. Поэтому эта позиционка вообще невыгодна. Да ты еще и араб... Хотя бы одного заберу. Так, я здесь прячусь. А, они друг друга подбили, они врезались. Ебать, лохи. Они еще и подохнуть решили. А, ну. Человек с таким цибагом не контрится, ладно. А что у меня с бегом? Почему? У меня просто мучач сейчас начал бегать с анимкой СиДжея. Он какой-то самоуверенный. Ну а вот это уже читер, блядь. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Что у меня с танцами читы? Какая-то аномальная терочка происходит. Мне вообще не везет, и происходят какие-то странности. То бег СиДжея, то с М4 станет, то я не знаю, человек меня за секунду сбривает. Ух ты, блядь. А здесь где-то можно залезть вроде бы? Я бы здесь залез и просто бы в спину им обошел. Здорово. Ха-ха, как же мне повезло. Ай, хилюсь. Что-то я... Ой, там чел на колени встал. 70 на 80, ну по ощущению, как будто, я не знаю, здесь 400 на 400 месиво идет. Давай. Ай да молодец. Так, теперь ты. Ну я знал. Кто следующий? Сделаем вид, то, что мы отбегаем, мы слабые. И быстренько примем, теперь похилимся. Сейчас еще кто-нибудь спрыгнет. Вот этот, я уже вижу, по карте идет сюда. Сейчас спрыгнет. Во. Сейчас проиграю ПВП. Чуть ПВП не проиграл. Так, у меня на 2000. Там, скорее всего, фуловый мужик. Ну, теперь мы в равных условиях. Ну, теперь он в мертвых условиях. Вон они едут. Я тебе помогу, братишка. Хуй там помогу, походу. Куда? Теру мы выиграли, стрелю. Ага, красава. Капстац. Ну, естественно, я не попал. 109 на 2. Что? Он что, просто в доме какого-то человека убивал или как? Как это вообще возможно? При этом дэмэджа у него как-то маловато. Что это такое? Это что? Я словил 3 стана с М4. Имба, оружие получается. Всё. А темно вообще, пиздец, это декабрь, блядь, был где-то. Или ноябрь. Просто нахуй, я думаю, чё нахуй, сегодня же вас спасибо. Блядь. Вата собирает, опилки все убирает. Это реально получается. Тут такие фражики летят.